на сторонах многоугольника взяли две точки, соединили их отрезок. Докажите, что соединяющий отрезок меньше половины периметра. Повторяю, взяли выпуклый многоугольник, я даже не знаю, сколько там есть сторон. Вот это какая-то там точка М, какая-то точка N, MN меньше, чем половина периметра нашего многоугольника. Периметр – это сумма для всех сторон. MN меньше, чем половина периметра. А обе эти точки, они не обязаны лежать на углах. Нет, наоборот, на сторонах. Где-то взять. Хотя можно и в вершинах. А сколько страшно. Здесь углов? А? Сколько здесь? Много. 2020 штук в честь года, в котором мы сейчас живем. Конечно. На самом деле это абсолютно не важно. Абсолютно любой выпуклый угол. Повторяю задачу. Две точки, расположенные на границе выпуклого многоугольника, соединили отрезок. Докажите, что этот отрезок меньше половины периметра многоугольника. Длина отрезка меньше половины периметра. А можно считать, что мы знаем, что линия, она меньше, чем... У нас есть задача, которую мы только что решили. Вспомните, пожалуйста, какую задачу мы только что решали. Ну, про ломаную. Мне тоже кажется, что это все немножко связано. А, то есть вот это можно считать как ломаную? Скажешь, все равно как ломаную. Еще что вы сказали? С каждой стороны поломанной. С каждой стороны. Можете вы выйти к доске и пытаетесь объяснить? Это все это решение. С каждой стороны поломанная. Покажите пальцами. Вот тут вот здесь поломанная. Да. Вот здесь. Отлично. Можно мы обозначим длину вот этого какой-нибудь одной буквы и длину вот этой ломаной какой-нибудь другой буквы. Давайте. Какие буквы хотите? А вы? Давайте. Длина вот этой ломаной – это будет А. Длина вот этой ломаной – это будет В. Заметьте, пожалуйста, В – это А плюс В. Дальше. Дальше как? Потому что мы доказали вот это вот. Это меньше вот этого вот. Меньше чего? Меньше А и меньше В. МН. На самом деле, строго говоря, меньше или равно. И здесь тоже меньше или равно. Но при этом одновременно равно не может быть, потому что иначе все у нас превратится, ну, не в многоугольник будет, а просто отрезок. Да. То есть, чтобы равно, а это бывает, когда вот эти две точки достаточно их вершин. Пожалуйста. Но тогда здесь будет меньше. Да, хорошо, это не разница вверх, и что? Это значит, что? Это значит, что мы можем сложить. Неравенство можно складывать. МН плюс МН – это 2МН. А плюс Б это меньше. Вот меньше, потому что не могут одновременно не может работать. Потом переносим двойку в правую часть. А это П делим на 2.